Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Ну что, у нас закончится сезон через 3 дня, 3 часа. Как ты видишь, у меня 44 место в лиге. Ну и выше я подняться не могу. Да и времени не было, если честно. Так, давай посмотрим у нас, что за ежедневные задания. Так, нанесите 20 единиц урона героям Капитаном Огоньком. Разыграйте 3 зомби с бочками и нанесите 20 единиц урона героям Нептусию. Ну что, начнем с Капитана Огонька, наверное, да? Так, Капитан Огонек. А где он у нас? Вот. Колоды. Давай попробуем создать колоды. Какие-нибудь. Эх, была не была. Капитан Огонек. На чем его тут можно сделать? Возьмем, наверное, микса фруктового. Блин, на чем же тебя делать-то, а? Может быть, на горохострелах? Что скажешь? Взять просто на горохострелах и попробовать его прокачать. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Раз, раз. Так, возьмем огурец на всякий случай. Да, горохострелы. Чтобы мне еще сюда поставить. Можно было бы, конечно, сыграть через бананы вот эти вот. И вот этот вот комочек. Можно, в принципе, так попробовать еще. Раз, два, три. Раз. Так, где он у нас? Вот он, комочек. Комочек, да, значит? Угу. Как-то не знаю, ребят. Я не уверен в этой колоде. Ну. Так, у нас ландшафта всего 2, что ли? Ладно. Попробуем. Не знаю, я за Капитана Огонька вообще играть не умею. Я много за кого не умею, а может быть просто и не старался, и не пытался. Но 20 единиц урона вот как-то надо нанести. Ну, правильно, мне дают великануса. Со своими ландшафтами сейчас начнет тут. Ну, что вот мне тут ставить? Давай так попробуем. Эх, была не была. Давай сюда влепим. Пенька, как ты видишь, мне не дали. Пенька, пенька. Он же может ландшафт поставить, так ведь, друзья мои? Что-то он даже не торопится, я смотрю здесь. Опа. Так, что же он хочет здесь поставить? Ага. Так,
Так, нам бы заменить вот этот ландшафтик, если честно. Как ты думаешь? Ага, даже вот так вот ты делаешь. Ну давай, короче, сделай вот так вот. Блин, он же может прочерк. Хотя я не знаю, ребят, посмотрим, что он там будет делать сейчас. Угу. Понял, что он делает. Так, а здесь? Ага, вот так он решил вот так вот, ребята, выйти из положения. Окей. Окей. Допустим. Жалко, конечно, что ландшафт он заморозку не сделал. Ладно, ну ему крышка в любом случае, мы его замочим сейчас. Ничего он тут нам не сделает. Сундучки, ну это все понятно. О-о-о, давай-давай, уматывай отсюда. Уматывай. Так, ну а мы что можем сделать? А мы можем сделать следующим образом. Вот так вот поставим. Поехали. Так-с, давай-давай-давай. О, алоэ выпало. Конечно, сюда, что еще думать-то? Так-с. Что дальше? Как делает? Ну, ему крышка. Здесь мы его вот так вот чпок. Блин, надо было этого вызвать. Что-то я не подумал как-то. Давай сюда вот поставим. Что там? Заморозку делает. Окей. Сделал заморозку. Уничтожает. Давай, давай, транжирьте. Мне все равно. Так. О, какие карточки хорошие. Жалко, банан не в тему попал, конечно. Так, телепорт берет. О, смотри, что вытворяет. Ты гляди, что вытворяет. Так, что я могу сделать? Подожди, а почему... Почему я должен пропустить ход? Чё-то я не понял, а что случилось-то? Почему мне не дали сходить, эй? Как тебе такой расклад, а? Ой, бомби его. Почему мне не дали сходить выставить ничего? Я не пойму. Странно, блин. Мой ход, мне ничего не дали выставить. Ладно, ребят, 20 единиц урона я нанес. Отлично. Так, дальше разыграйте 3 зомби с бочками. 3 зомби с бочками, это... Так, если я не ошибаюсь, 3 зомби с бочками, это у нас на... Бесенки. Если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. 3 зомби с бочками. Так. Или все-таки не здесь? Ну вот же, по-моему, вот они, информация. Зомби с бочкой. По-моему, вот эти вот. Ладно, что мы можем сделать? Mmm.
Что мы можем сделать? Давай этого уберем, наверное, одного. И что? Еще что нам надо убрать одно? Давай еще одного танцора, что ли, уберем. Нет, танцор пускай остается. Только из-за того, что нужно разыграть тебе это зомби с бочкой. И только из-за этого я убрал их. Ну и где? Зомби с бочками, иди сюда. Все, потерял твою налево. Вот они. Так, ну что, погнали. Ой, что-то не то делаю. Надо, тут не надо выиграть, тут просто нужно разыграть трех зомби с бочками. Ну, естественно, нужно еще по возможности выиграть. Фейлиться как бы тоже не хотелось бы. Все не то. Поехали. Начнем, посмотрим. Ага. Поехали. Тайн-дарита-ти-да-тайс. Что будем делать? Будем делать, наверное, вот так вот. Сейчас, хоп, могила ед. А, нет, ребят, не могила ед. Поехали. Блин, у него сейчас уже защита сработает. Ну, представляешь? Что будем делать, ребят? Давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. И что еще мы можем делать? И вот так вот. Эх, червоточина-то появилась. Срабатывает у него здесь защита. 2 единицы по земле. Отлично. Так, дальше что-то там. Блин, у него защита сработает. Блин, он сейчас может бонусную атаку сделать. Или минус 1-1 на земле. А, он тянет 2 карты. Так. Че, 2 балбесиков этих вызывать будем, да? Или как? Зашуршал, ё-моё. Зашуршал. Так. Давай посмотрим, будет он бонусную атаку делать или нет. Блин, мне нужно было разыграть 3 зомби с бочки. Ни одного зомби я еще пока не увидел здесь. Так, огурец выпал. Эх, друзья мои, выпал огурец. А, он сдался. Я уже там сижу, думаю, что сделать. Или этот ударить, удар сделать. Или что-нибудь другое. Ну, зомби с бочки не разыграл я, к сожалению. А мне нужно. Поэтому продолжаем бомбить, пока он нам не выпадет. О, зеленая тень. Это не есть гуд. Так, вот это вот убираем. Уже что-то, уже что-то. Так. Давай для проверочки посмотрим. Угу. Я тебя прекрасно понял. Так, дальше ему будет чуть-чуть попроще, да, получается. Давай сделаем вот так, наверное, и вот так.
Ничегошеньки он не стал делать. Что прикажешь? Так и так. Ой, какая хорошая карта выпала. За 9 маны. Дожить бы еще до 9 ман-то этих. Опа. То есть он решил за счет меня здесь обжиться, да? Ладно, спрячем надгробие. Так, поехали. Ага. Даже так он решил сделать. Так, ну что, замораживаем тогда получается, да, или как? Надеюсь, у него могилы еды нету, а то будет очень неприятно, ребят, получить. Так, что бы сделать-то нам? Ну, этого, наверное, бомбанем, заморозим. Срабатывает защита, понятное дело. Что у него там? По центру, по сюда сейчас зарядит свою эту фигню? Нет? Вот это жалко, конечно, не воспользовался своим шансом, так сказать, бомбануть. Это да, это неприятно. Пим-пим-пим-пим-пим. 3 единички, ну то есть мы можем ему нанести. То есть если я, например, сделаю вот так. Ха-ха-ха. Все? Ну, видимо, что все, ребят. Блин, или лучше этого бомбануть. Да, я, наверное, вот этого уничтожу, да и все. Потом 5 в лицо сразу зарядим. Да и крышка ему будет. А здесь элементарно можно вот так вот сделать. А вот и зомби с бочкой, блин. Ну все, короче, кранты ему. А зомби с бочкой-то не разыграл, ребята, к сожалению, опять же. Вот он только выпал мне. А, все, все, отлично, ребята. Зомби с бочкой разыграны. Так, нанесите 20 единиц урона героям Нептусию. Ну, это вот, вот это уже будет хуже. Потому что, ну, Нептусь. Она и в Африке Нептусь. Что у меня тут? Колода на пиратах, как мы видим. Колода чисто на пиратах. А на воде у меня есть кто-нибудь? Нету. То есть вода не при... А, нет, есть, 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 друзья. Ну, попробуем, давай. 20 единиц урона Нептусью. Давай попробуем, рискнем, так сказать. Ну чё так долго-то? Чё так долго ищем противника? Эй. Отлично. Ну нет, ну почему гриб? Почему колпак ночной? У меня игра не предназначена для раннего, ребят. Как бы тебе сказать? Для ранней игры, что ли? Вообще не знаю, что делать. Ну грибы у него, понятное дело, грибы. Сейчас будет выставлять... А может быть не грибы, может быть эти у него. Да, вот это вот может быть. Что, поехали. Так, ну что, мы здесь поставим 3-2, да, амфибию. Сейчас. Давай так вот влипим. Поведется, интересно, своим грибочком или нет?
Нет, не повелся. Вот как. Окей. Мы сделаем вот так. Да, фигня какая-то выпала нам. Так, что мне, сюда ставить, что ли, этого малыша, блин? Давай так поставим. Потому что я больше уверен, сейчас он будет вызывать этого. Как они называются, скажи, я скажу. Рикошет на гробе, да ради бога. Так, у нас сейчас сработает защита же, да? Что у нас там? Ураганчик. Рикошет над гробью, да? Пятерочка. Давай, короче, сделаем вот так вот. И вот так вот. Хватит рикошетов у него, интересно или нет? А, начинается. Поехали. Так, потом, короче, будем делать тогда с тобой вирус. Ну все, надеюсь, набаловался и хватит на этом. Погнали. Да ну какой, блин, ну какого фикуса? Он сейчас двух грибов, а нет, не стал. Вот, ребята, из-за того, что не сработал вот этот вот в блок пробил. Ну ты сам понимаешь, что дальше вышло. Дальше вышло ничего хорошего. И не смогу я пробить его, да, к сожалению. Ладно, сделаем так. А там видно будет. Что, два микса, что ли, у тебя? Ага, вот так вот, окей. Ну что, я не знаю, нам надо... сдуть кого-нибудь. Хе, твою налево. Ну почему ты именно того-то сдул? Ты серьезно, блин? Камень. А камень, как мне его реализовать? Давай-ка сделаю вот так, наверное. Сейчас, ребят, начнет тут выставлять. Ё-моё. Да ты заколебал, а? Опять это попандопало? Ну, это фигня. А этот сейчас бомбанет. Так, давай так, наверное, сделаем. Очень мне это, конечно, помогло. В общем, ребят, здесь фигня получается полная. Здесь ничего я сделать не могу. Вообще ничего не могу сделать. У меня нет ни массовых атак у Нептуси, чтобы она смогла хотя бы эти единички бомбануть. И ничего. Так, давай дальше тогда посмотрим. Так, это у нас... это у нас, ребят, бабах. Попробуем так, тогда уже. На воду сразу поставим. Посмотрим, есть у него этот солнечный удар или нету. Он может быть... микс. Ты серьезно? Раз он сделал микс, ребята, значит у него есть... или еще микс. Скорее всего. Пим-пим-пирим-пим-пим. Я вот так вот сделаю. Посмотрим. Этого мы камнем, если что, бомбанем. Мину, да? Мину сейчас влепит. Может и такое быть. Нет, друзья мои, это не мина, не шиша. Это, к сожалению, или к счастью, я не знаю, не мина. Погнали.
Ага. Блин, не могу сделать. Ладно, сделаем вот так вот. Угу. Что, решил разыграть, что ли, тут? Меня. Так, ладно, этого мы уничтожим. Почему я опять не могу волну при... Вот, ё-моё. Погнали. А вот дальше как быть? А вот дальше как быть? Давай так сделаем. О, королик. Сюда я себе поставлю. Шипы. И микс, да? А, нет, не микс, ребята, у него другое. Блин, сейчас опять защита же. Твою налево. Как меня вот это вот, вот убивает просто. Почему постоянно у меня в броню получается играть? Ну, у него естественно что-нибудь там есть. Или у него скорее всего этого. Как она называется, скажи, мина-то это. Шипучка, хотел сказать. Не шипучка, а... горячка. Шипучка, блин. О! Старые песни о главном, да? Что-то там. Горячку ставит он. Так, а мы что можем сделать? Мы, наверное, сделаем вот так вот. И... и вот так. Погнали. Это раздражает. Вбил бы он меня в броню, было бы вообще круто. Ну что, у меня только вирус остался, ребят. Все, больше ничего нету. Смотрим, что он сейчас выставлять будет. Все растения получают плюс 2. Это 3. 3-2 получается. Что-то нам выдашь? Ой, какая хорошая карта, ребята. Ой, какая хорошая карта-то там выпала нам. М-м-м. Какая хорошая, ребята, карта. Я так вот сделаю. Все, он сдался. Но я не нанес, по-моему, да? Или что мне там надо было сделать-то? А, 20 единиц урона. А, нет, все. Все, ребята, выполнил. Как по спецзаказу. Ну что, я думаю, мы, наверное, через сколько там? Через 3 дня, 3 часа увидимся с вами. И начнем играть. И я думаю, что мы наберем с вами 1000 кристаллов для того, чтобы приобрести 10 паков. Ну а на этом, друзья, я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!